Мальчик, а тебя как зовут? Послушайте, Вадим Сергеевич, ну зачем вы это делаете? Ну вы прекрасно, не настолько пьяны, чтобы слушай, не понимать, что происходит. Замолкни, крыса адвокатская. Ты, слушай, сюда. Да пошел ты. Меня, запомни. Не ведись, братуха. Козел, блядь, у тебя никогда никаких прав не было. Нет и не будет. Куда пошел? Послушайте, вам вот сейчас вам лучше уехать. Вы находитесь на частной территории без разрешения. Хозяева вас не очень рады видеть. Вадим Сергеевич, давайте не усугублять.